Буйский сельскохозяйственный техникум был основан в 1944 году на базе школы среднего сельскохозяйственного образования и находился поначалу в старинном двухэтажном здании по адресу площадь Революции, дом 1/4. С момента образования в учебном заведении существовало только бухгалтерское отделение. В 1951-м открылось гидромелиоративное, а в 1954-м – строительное. Так что в 2014 году сразу два отделения – бухгалтерское и строительное – отмечают свои юбилеи – 70 и 60 лет. Постепенно число учащихся росло, помещений не хватало, и в 1953 году было принято решение построить новое здание техникума. На его строительстве в качестве подсобных рабочих трудились и студенты, и преподаватели. Занятия в новом здании, которое стало одним из главных украшений и гордостью города, стали проводиться с сентября 1962 года. В середине 60-х в техникуме уже 20 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием и отвечающих уровню развития науки и производства того времени. 3 лаборатории, 7 препараторских, фотолаборатория, радиоузел, 2 кабинета общественных организаций, столярная мастерская, актовый зал на 300 мест, спортивный зал с душевыми и раздевалками, библиотека с книжным фондом более 20 тысяч экземпляров, читальный зал на 30 мест и столовая. В 70-е и 80-е годы были построены 2 пятиэтажных общежития, студенческая столовая по улице Красной Армии, различные сельскохозяйственные сооружения в учебном хозяйстве, жилые дома для преподавателей. В те годы Буйский сельскохозяйственный техникум стал большим, дружным и сплоченным коллективом, в котором обучались представители 24 национальностей Советского Союза. В техникуме существовал клуб интернациональной дружбы. Его представители переписывались со своими сверстниками из разных городов мира, принимали участие в массовых мероприятиях, вели краеведческую и поисковую работу, ездили на экскурсии. Шли годы, техникум развивался. В нем открылся филиал по подготовке водителей, представительство Костромской сельскохозяйственной академии. Были созданы отделения правоведения и земельно-имущественные отношения. Наряду с учебными занятиями в техникуме ведется внеаудиторная работа, направленная на привитие интереса студентов к учебным дисциплинам и развитие познавательной деятельности. Работают предметные кружки, проводятся викторины, профессиональные конкурсы, олимпиады, экскурсии на производственные объекты. Ведь студенческая жизнь – это не только учебные занятия, зачеты и экзаменационные сессии, но и возможность проявить и развить свои таланты и способности, заняться творческой деятельностью. Для этого созданы все условия. В техникуме работают кружки по интересам и творческие студии. На протяжении всей истории учебного заведения в техникуме велась большая культурно-массовая работа. В актовом зале регулярно читались лекции на различные темы, демонстрировались художественные, документальные и научно-популярные фильмы, действовали танцевальная и вокальная студии, драм-кружок, духовой и эстрадные оркестры, сопровождали танцевальные вечера, а агитбригада, состоящая из преподавателей и учащихся, ездила с выступлениями в колхозы, совхозы и на различные производственные участки Буйского района. На многочисленных конкурсах самодеятельные коллективы техникума неизменно занимали призовые места. И сегодня традиционно большое внимание уделяется воспитательной работе, которая направлена на подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих такими качествами, как общая культура, самостоятельность, умение жить и работать в коллективе, способность к самореализации, стремление к личностному росту. Цель воспитательной работы, она оставалась всегда одна – это воспитание гражданина своей страны, это воспитание специалиста, который мог свободно выйти за стены техникума и реализовать себя. Воспитательная работа в техникуме, она достаточно многопланова и разносторонняя. Ну вот, например, классные руководители работают со своими студентами по определенным направлениям. Это коллектив, профилактика, специалист и гражданин. Особое направление работы воспитательной – это патриотическое воспитание. Мы очень тесно сотрудничаем с танковой частью. Ежегодно студенты принимают участие в экскурсиях в танковую часть, в городском дне призывника. Большую роль играет в воспитании встречи поколений, которые точно так же проходят у нас традиционно. Огромное место в воспитательной работе занимает музейная деятельность. История техникума насчитывает 70 лет. 70 лет – это достаточно большая и продолжительная история.
История связана с людьми, с судьбами людей. В техникуме много лет выпускалась общая стенная газета «За сельскохозяйственные кадры». Особой популярностью пользовалось еще одно издание «Бокс» – боевое окно комсомольской сатиры, в котором освещались различные юмористические моменты из студенческой жизни. Стен газеты по традиции регулярно выпускаются студенческими группами и по сей день. С октября 1997 года стала выходить в свет газета, которую готовил Совет студенческого самоуправления «Разрядка». А с 2005-го силами студентов, членов молодежной общественной студии «МИК» в техникуме издается газета «Студенческий вестник», печатающаяся в местной типографии. Члены МОСМИК помимо выпуска газеты пробуют свои силы и в тележурналистике. Юные репортеры создают видеоролики, в которых рассказывают о наиболее заметных событиях, происходящих в техникуме. Студенты техникума ежегодно становятся победителями таких конкурсов, как «Студенческая весна», «Мое творчество». Эти конкурсы, они многоэтапные, и победив на муниципальном уровне, студенты представляют свое учебное учреждение и на областном уровне. В 2010 году техникум был представлен на всероссийском уровне. У нас есть своя видеостудия МОСМИК, которая в 2010 году отправила свою работу на конкурс «Новый взгляд», и студенты были приглашены в Государственную Думу на подведение итогов этого конкурса. В 2012 году та же студия МОСМИК, она представляла свою работу опять на всероссийском уровне и стала лауреатом третьей степени. Таким образом, конечно, студии, всевозможные занятия, я бы сказала так, для студентов, они представлены в полном объеме. На базе техникума работает вокальная студия «Крылья». Вот благодаря этой вокальной студии «Крылья», опять же, студенты и принимают участие вот в этих конкурсах и «Студенческая весна», и «Мое творчество». В 2013 году студентка техникума опять же завоевала приз на всероссийском конкурсе вокалистов «Серебряные голоса» в городе Иваново. В начале 60-х годов в БСХТ был создан факультет общественных профессий, задачей которого было дать студенту вторую общественную профессию – лектор, редактор газеты, библиотекарь, киномеханик, фотограф, спортивный судья. Создатели факультета исходили из того, чтобы специалисты на селе были проводниками культуры для сельского населения. Первичная организация ВЛКСМ техникума носила имя героя Советского Союза Юрия Смирнова, уроженца города Макарьев Костромской области. Комсомольцы собирали материалы о жизни и подвиге Юрия Смирнова, побывали на его родине, а также на месте гибели героя в Витебской области. К 50-летию ВЛКСМ в техникуме было проведено торжественное собрание, на котором присутствовала мать Юрия Смирнова. Традиционно в техникуме большое внимание уделяется физической культуре и спорту. Здесь созданы все условия для занятий физической культурой. Спортивные и тренажерные залы с раздевалками и душевыми. Занятия и секции ведут опытные преподаватели. Ежегодно в техникуме проводятся дни здоровья и спортивные соревнования, такие как спартакиады, веселые старты, соревнования между группами техникума по баскетболу, футболу, волейболу, первенство техникума по спортивной стрельбе и другие. Студенты участвуют в городских, областных и межрегиональных соревнованиях. Спортивные достижения студентов принесли техникуму много кубков и различных грамот. На базе техникума работают всевозможные секции. Успехи студентов здесь уже продвинулись намного дальше и на мировом уровне. Наша студентка Зимина Каролина в 2014 году стала бронзовым призером по пауэрлифтингу уже на мировом Олимпе. Как уже было сказано, строительное отделение в техникуме было создано в 1954 году. Первый выпуск на дневном отделении состоялся в 1957 в количестве 110 человек. Выпускники направлялись на работу во все уголки Советского Союза. С 1965-го началась подготовка строителей и по заочной форме обучения. Помимо приобретения основной профессии техник-строитель, студенты по своему выбору могут дополнительно освоить рабочую профессию – штукатура, маляра, каменщика. Важной формой практики и активной помощи студентов на народному хозяйству страны являлись студенческие строительные отряды. В 69-м Буйский техникум включился во всесоюзное движение студенческих строительных отрядов. Строй отрядов в циврабочих куртках с надписью на спине БСХТ побывали во всех уголках области, строили школы, дома культуры, железнодорожный вокзал, больницу, жилые дома, сельскохозяйственные сооружения и другое. В сложные 90-е годы стройотрядовское движение было приостановлено, а с 2007-го работа стройотрядов в техникуме возобновилась. Заочное отделение в техникуме было открыто в 60-м.
1962 году. Обучение по заочной форме проводится на всех отделениях. География студентов, обучающихся заочно, обширна. Это Мурманская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Ярославская, Кировская, Московская, Ивановская и другие области. Выпускники заочного отделения техникума работают в качестве руководителей и главных специалистов предприятий во многих городах России. Бухгалтерское отделение «Ровесник техникуму» существует здесь с 1944 года. В 1959 было дополнительно создано плановое отделение. Техникум подготовил тысячи квалифицированных специалистов учетной профессии – счетоводов, плановиков, бухгалтеров для различных отраслей экономики нашей страны. Много выпускников этих отделений стали руководителями колхозов и совхозов, главными бухгалтерами организаций, преподавателями техникума и других учебных заведений. До 60-70-х годов 20 века основной вычислительной техникой на службе у будущих бухгалтеров были счеты и арифмометры. Затем появились счетные машины «Искра». В 80-е годы им на смену пришли микрокалькуляторы, а в 90-е – первые персональные компьютеры. Сейчас в распоряжении будущих бухгалтеров современные компьютеры с возможностью выхода в интернет. В учебный процесс широко внедряются информационно-коммуникационные технологии. Студенты на практике успешно осваивают компьютерную программу 1С. Бухгалтерия. Гидромелиоративное отделение в техникуме существовало с 51 по 54 годы. За это время техникум подготовил 246 гидромелиораторов. Выпускники отделения – это специалисты по улучшению земель. После окончания техникума направлялись на работу в хозяйство района и области. Отделение правоведения достаточно молодое. Оно создано в 1999 году. Первый выпуск специалистов состоялся в 2001. Оно просуществовало до 2013 года. И за это время здесь было подготовлено более 500 юристов, которые работают в юридических и кадровых службах предприятий и организаций, правоохранительных и судебных органах. Отделение земельно-имущественные отношения создано совсем недавно, в 2011 году. Сейчас на дневном и заочном отделениях обучается более 100 человек. Первый выпуск специалистов состоялся в 2014. В этом же году Буйский сельскохозяйственный техникум был переименован в Буйский техникум градостроительства и предпринимательства. Сегодня техникум – это крупное учебное заведение с хорошей материально-технической базой. Учебная деятельность строится по нескольким направлениям. Это участие в исследовательской работе, в социальных проектах, а также в конкурсах самого разного уровня – техникумских, муниципальных, региональных и всероссийских. Причем буевляне почти всегда в призерах, а успех мотивирует на дальнейшее достижение, является мощным стимулом в учебной работе как для студентов, так и для их преподавателей. Здесь проводятся разные виды уроков, мультимедийные презентации. Сейчас в учебный процесс внедряются электронные учебники. Второй год работы электронная библиотека. Таким образом, студенты могут найти любую интересующую их информацию, на основе которой проводят исследования, а педагоги создают методические разработки. Штат преподавателей – 23 человека, более половины из которых имеют высшую и первую квалификационную категории. В этом году на работу в техникум пришли два новых молодых преподавателя. Работать всем нравится, дружный коллектив. В прошлом году участвовали, значит, День науки, где Плиткина Ирина Николаевна, у нас преподаватель, заняла второе место. Участвовали в региональном конкурсе методических разработок. Наш преподаватель Коноплева Любовь Николаевна заняла третье место. В настоящее время с 2004 года техникумом руководит Иван Николаевич Сарычев, сменивший на этом посту Владимира Петровича Юденкова. Всего за годы существования во главе этого среднего специального учебного заведения стояло 6 директоров. В Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства обучается 440 студентов, из них 208 на заочном отделении. План по приему 120 человек в этом году выполнили, в прошлом выпустили 140 человек. Многие, проявляя в учебе прилежание, отмечены за особые успехи в учении именными стипендиями. Работа такая вот активная, постоянно в творческом поиске. Наши студенты являются стипендиатами губернатора Костромской области. В прошлом году вот у нас студенты выпустились, наши стипендиаты. Вот в этом году Чистякова Юля у нас стипендиат имени, значит, Малкова. Планы на будущее большие. В этом году преподаватели техникума прямо в его стенах проходят курсы повышения квалификации – информационно-коммуникационные по использованию электронных ресурсов и по дистанционному обучению. Со следующего года здесь планируется частично перевести факультет земельно-имущественных отношений на дистанционное обучение. Это будет сделано для студентов с ограниченными возможностями здоровья и для иногородних, живущих в отдаленных регионах. В перспективе открытия новых специальностей в сфере коммерции и гостиничный сервис –
В настоящее время готовятся комплекты программ. История учебного заведения продолжается, а создают ее преподаватели, сотрудники и студенты техникума. Так что Буйский техникум градостроительства и предпринимательства с уверенностью смотрит в будущее.